Всем большой привет! Я очень люблю простые и доступные рецепты. Сегодня как раз один из них. Это очень вкусный ужин, и выручает он меня всегда, когда у меня мало времени. Для начала мелко нарежем лук. А шампиньоны я разрезаю просто на 4 части. На разогретую сковороду вливаем растительное масло. Обжариваем фарш буквально несколько минут. После чего добавляем лук. Далее идут грибы. Все хорошо перемешиваем и ждем, пока выпарится вся влага. Теперь я хорошо подсолю. И добавлю черный молотый перец по вкусу. Выкладываем сметану, все хорошо перемешиваем и тушим под крышкой на небольшом огне буквально 3 минуты. Такую вкуснятину из фарша подавать можно с любым гарниром. Сегодня у меня гречка. Вот таким рецептом я сегодня с вами поделилась. Очень вкусного ужина. Пробуйте, готовьте, это очень быстро и вкусно. Ну а я, как всегда, желаю вам приятного аппетита. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну и всем пока-пока!